Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю уже какую серию проходить The Outer Worlds. Сейчас мы выполняем задание в Фолбруке, вот тут сейчас разобрались с кое-какими ребятами по заданию, правда это задание Фолбрука, невидимые ошибки, да, задание Санджара скорее. Нашел доказательство того, что одна из других фирм тайно разрабатывает на Монархии газ. Но пойдем дальше. Для этого я бы, наверное, вот сюда вот сейчас сходил. Тут, возможно, будет точка какая-то, чтобы перемещение быстрое было. Так, это не то. Мясной Клайв. Тут дальше будет. Дальше безделушка на память. Тоже вот здесь, это еще сюда возвращаться надо. Пространственно-преступный континуум. Вообще далеко. Пик тут. Ладно, давайте пока сходим туда дальше, как я и хотел. Я надеюсь просто, что там будет какой-то... Как красивая игра. В очередной раз я уже, наверное, это говорю. Игра выглядит красиво, при этом очень ретро. Очень мне это все нравится. Так, давайте мы поменяем на винтовочку. И вон там кто-то уже ходит. Видите, ходит кто-то. Ходит, понимаешь ли. Мародер задира в голову получает выстрел. Не-не-не, вы меня не видите. Меня тут нет. Просто шишка упала с дерева. Шишка с дерева, обычное дело. Так, вот тут у нас кто? Ой, блин, опять не то нажал. Так, давайте псинку завалим. Да ладно. Бежите ко мне. Ах ты гад. Стрелять по мне вздумал, а? Все что-то умерли. Мимо. Да харе! Двигаться так быстро. Все. Обожаю с винтовки работать издалека. Правда... Все-таки согрел их на себя каким-то образом. Грубый экзоскелет, 5 броня, не, можно не брать, я думаю. Картридж, адрена, капсула, детали для оружия. Собачку можно не обследовать, я думаю. Штурмовая винтовка ультра 20 уровня. Ну, возьмем. Надо сравнить вообще с тем, что у меня есть. Тут больше ничего интересного. Так, спуск туда. Там вот тоже кто-то ходит, кстати. Псидогигант. Давайте, кстати, прибьем. Фига себе. Так, это я убил, по-моему. А где третья? Их же три вроде было. Это Адрена Тайм. Откуда в ней энергетические ячейки, тяжелые боеприпасы? Что это за... Что это за набор, блин, этих? Прибежал ящик с лутом ко мне.
Странно, их вроде три было. Ладно, в эту сторону. Давайте сходим еще. Легкие боеприпасы. Что-то не появляется никакой точки перехода. Эх. Тут что? Так, тоже кто-то ходит. Мародер задира. А где вот, интересно, у мародера задира слабое место, типа? Вот где слабость. Жопа. Интересно. Ну, мне в голову как бы лучше стрелять с одного выстрела, тогда уходит. А чё я не с приседя, кстати? Это я затупил. До свидания. Блин, откуда по мне стрелять? Оттуда. Вот, наверное, далековато для выстрелов с этого оружия, конечно. Нормально, 245. В принципе. Так, а вот то уже давайте. Блин, как она меня попадает? Я же за грибом нахожусь. За грибом. Мимо. Блин. Подкрадываться. Yeah. Так, где первого мы завалили? Вот он. Их немного было, видите. Изи прошло. Это надо ремонтировать винтовочку. 92-94. Это пока в нормальном состоянии. О, охотничья винтовка ультра. Ну-ка. Сравнить. А, одинаковые, 17 уровня. Да. Значит, это можно разбирать. И это, по-моему, можно разбирать. Два одинаковых, да? Кстати, улучшения никакие не навешаны. Что-то... На мой вот этот дробовичок. Ну, я считаю, что это автомат, это дробовик, это снайперка. Какие тут варианты? Так. Тоже одинаковые. Всё, что с броней? Ремонтировать не надо. Я так часто проверяю, потому что у меня, ну, мой персонаж... У него хреновая там, я не помню, что ловкость, что ли, что снижает, увеличивает, точнее, износ всего. Что тут есть? Ага, вон там еще какие-то. Блин, ну жалко, нету точки быстрого перехода никакой. В этом месте. О, там кто-то еще ходит. Так, это робот.
И мародеры. Куда я вообще в эту сторону иду? Это проход опять же сюда. То есть вот тут. Тут я, по-моему, все и рассмотрел в этом месте. Хотя я не помню. По-моему, да, все тут я смотрел уже. Ничего интересного. Когда. А вон там кто ходит. Не слишком ли много мародеров? Ладно, давайте начнем. Из-за дерева. Так, минус один. Они возбудились, смотрите, как красные треугольнички. Я сохранюсь. Давай, давай. Вау. Ой. Ой. Вот это как-то много тут всех прилетело. Так, где, кто, где? Что-то плазменное не очень тут. Да нет, тут меня убьют, мне кажется. Да. Там надо издалека. Слушай, тут два робота прямо. Прям два робота. Это что-то дофига. Я слишком там. Так, может, давайте сверху отсюда стрелять лучше. Мне это вроде дистанция не помеха. Ага, сверху никого не видно. Блин. Вот так видно, да. И сразу возбудились все равно. Ну ё-моё. Это тяжеловато будет. Так, так, где кто, где кто? Ну что, по-моему, только роботы остались. Нет, еще человек какой-то. Улетел. Ой. Отсюда надо бежать. Так, вот сейчас, как мне, что мне с двумя роботами делать, вопрос. Так, там, это тут, блин.
Пойдемте с тем попробуем разобраться сначала. Отлично. Последний остался. Так, что у меня еще с лечением вопрос? Да, пока все работает. Да блин! Я застрял в чем-то. Да что за... Блин, я опять в какой-то текстуре застрял, прикиньте. Да что за говно? Все, я... Ну что, быстрое перемещение? Ой, я даже встать не могу. Представляете? Это подстава. Такой длинный бой, да? И я, меня сейчас могли убить, если бы зашел. Ну, охренеть. Ладно. Ой, не загрузить. Придется просто быстрое перемещение, видимо, на корабль. Я сделаю. Да, знаете что? Мне написали в комментариях, что я на Edgewater там не взял напарницу. Попробуем взять. Сейчас я вернусь тогда туда. И дальше уже продолжим. Huh? Oh, I am alert and awake. Not to worry. I take our ship's security highly seriously. Так, а давайте с викарием поговорим по поводу того квеста, который мы с ним завершили. Ну, его квеста. Где он, кстати? Так, тут Элли. Вот он. Can we talk? Конечно, можем. I want to thank you for talking some sense into me back there with Cheney. It has been a long time since I gave in to my violent enthusiasm. Скажи, почему ты соврал мне про Чейни? You're right. I owe you an apology. I've been so obsessed for so long, I couldn't see anything else. You offered me a place on your crew, friendship, and I used you to get to Cheney. And even then, you saved me from myself. I don't know if I could live with myself had I gone through with it. You owe me nothing, I know, but I... То есть он... I'm begging your forgiveness. Так ненавидел этого чувака только потому, что он дал ему наводку на книгу, но не рассказал, что она на французском языке. Я так понимаю. Мне кажется, какая-то очень странная. Я понимаю, что там он всю жизнь это искал, но какая разница, на каком он языке. Давай, теперь ты на контроле. Thank you. I promise I'll be nothing but truthful from this point forward. Каково тебе было в тюрьме? Oh, exactly as you'd imagine. Can't say I enjoyed the stint. It did provide me with plenty of time to think. The way I see it, the universe was snapping me back to where I needed to be. You stray too far from the course of your destiny, the world will try to correct for it. Так, ясно. С этим мы поговорили. Уэлли, по-моему, тоже особо никаких... It's not just the monsters and sulfur pits you gotta look out for. I admire your grit, but some wounds don't heal. And I say that as someone who's plugged a few severed aortas. О чем ты? Ginger Chops and the pencil pusher. By all accounts, Sanjar and Graham have been at each other's throats for years. Digging into their personal history isn't gonna change anything. И что ты предлагаешь? Honestly, stay out of it. We've got our own problems to deal with. Ты неспроста подняла эту тему. I try to save my captain a headache when I can. Usually ends up saving me one too. Нет, дело в Санжаре и Грэмми. Что-то в их конфликте тебя сильно задевает. Hey, I'm the doctor here. That means I'm supposed to be the one nosing into your business. Anyway, I can take a hint. You stay out of mine, and I'll stay out of yours.
Anything else? Могла бы рассказать. Что ее там задевает? Так, где этот еще робот? Scanning for C. 2, 5, 4, 7. Grade rated contaminants. Error. This unit is unable to process the service request. Customer, please repeat the command. Ладно. Что интересно. Так, поехали за напарниками еще. Врум, врум. I like what you've done with the place. Kitschy collectibles are such a human inclination. Кстати, по поводу коллекции, ничего мне не надо положить. Может, этот пистолет тогда положим? Супер-пупер. Это все можно будет продать. Броня. Тоже супер состояние. Ну, на всякий случай. Я, мне кажется, я все равно не буду пользоваться этим ничем. Это все надо попродавать, либо использовать. Оружие. Все равно, я хоть и играю на высоком уровне сложности, но все равно как-то легко, честно говоря. Лута дофига. Нету смысла что-либо покупать. Так, никаких новых сообщений. Полетели на Edgewater сначала. Welcome back, Captain. Ой, не туда. May luck be with... Не туда. Да, кстати, у нас еще... Типа на Сцилле там должна быть какая-то чувиха, да? Где у нас по квесту этих ребят могу прокачать. Станционный урон. Станционный урон ему возьмем. Так, а Элли восстанавливает здоровье. Тут прокачали. По дневникам. Задание напарника. Вот пустышка. Ученый оказался никаким ученым, а бывшим заключенным, с которым Макс познакомился в тюрьме. Выведение на... То есть на Сциллу тоже. Ну, сначала давайте за другими напарниками все-таки слетаем. Поэтому на Edgewater. То есть Terra 2. Edgewater. Там вопрос в том, где она сейчас. Просто я, видите, это все прошел, она была... Могу я сразу куда-нибудь перенестись? Да, вот сюда. Никого не надо брать. Вот эта, которая там разговаривала с главой. Просто где ее искать сейчас вообще, в принципе, после завершения всех? Там просто уже туда входа нету, например. И вопрос... То есть поищем сейчас рядом с заводом, наверное, но... Я боюсь, что... Этот напарник потерян уже. Пехотинец корпорации, пехотинец, это констебль. Там такая в бандане. Я помню, какой инженер, типа, такая. Как я не догадался, что она может быть напарником, не знаю. Ну вот, мы поднимались на лифте туда, наверх. Теперь, видите, тут запечатано. О, может, что-нибудь приедет? Нет? Видимо, нет. Тут запечатано, там запечатано. Ну это ж не Филлис Грейнджер была. Это по квесту было. Но она ушла туда, где-то типа она... Может, в какой-то коморке своей должна сидеть. Фиг знает. Так, вот этот глава... Блин, где он? Только что я его видел. О. Потерялся. А знаете, что может в контине ее поискать, кстати? Где тут контина? Все в бар всегда идут обычно, знаете. Констебль. Вот контина, да? Да. Так, житель.
Рабочий. Ну, это продавщица. Тут запечатано. Блин. Серьезно, где ее можно найти? Ё-моё. Так, тут туалетошная. Тут запечатано. Что все запечатано, я не понимаю. Может, потому что электричества нету, типа? В общем, я погуглил. Вроде как еще у нее дом где-то есть. То ли на самом заводе, то ли рядом с заводом. И там может быть еще терминал. О! Нет, это не она. Это охотник корпорации, это просто завод. Ой, просто дом. Может, где-то здесь все-таки? Вот еще вот на эту башню я никак не могу понять, как вот в это здание пройти. Короче, я так понимаю, что все... А, ну да, все двери теперь электрические, они заперты. И, судя по всему, все-таки я ее уже никогда не найду. То есть мы сделали этот квест. Теперь тут все сидят. Все закрыто, ничего не работает. Электричества нету. Ну, не видно, чтобы тут кто-то стоял, да? Нету никаких людей. Ну, в общем, похоже, она в офисе Рида осталась, в который попасть можно только на лифте, который, соответственно, без электричества нифига не работает. И, похоже, это конец попытки взять ее в напарники. Мне кажется, немножко недоработка. И вообще, мне надо было сразу брать напарники, как только с ней... Я этого не догнал. Она бы мне объяснила, что, типа, не стоит... Кстати, терминал работает почему-то, да? Лифты не работают, а терминалы работают. Она бы мне объяснила... Ну, она была бы против того, чтобы я электричество перенаправлял с завода. И пояснила бы за жизнь в некоторых местах. Но сейчас уже, к сожалению, похоже, ее не взять. Да, тут я промашку дал, к сожалению. Ладно, пошли за другим компаньоном, который у нас на первопроходце еще тоже пропущенный мной. Please would you kindly inform the crew that long chats with Ada are not required every time the captain leaves the ship. Компьютер задолбали долгими разговорами, представляете? Destination reached. The groundbreaker. Так, здесь прямо у входа, по идее, должен быть этот напарник. Ща поищем. Значит, Парвати мы пропустили. Викари есть, Сэм есть, Элли есть. Вот Феликс должен быть. У входа на корабль должен быть. Тем более, что я с ним разговаривал, между прочим. Так,
Вот, тут вот стоял. Вот этот, по-моему. Да, Феликс. Я с ним один раз уже разговаривал. Fancy running into you again. Don't mind me. It's just admiring your ship from up close. Gotta hand it to you, boss. That's a fine looking ship. Only thing it's missing is me. Да, давайте берем. Что-то слишком ты рвешься в компанию к малознакомому человеку. Yes, I absolutely am. Just give me a shot. That's all I'm asking. I could be the best damn crew you ever hired. Вот так ты убеждаешь, что тебе это в корне неверный подход, твердость духа. Oh, okay. Well, can you give me a couple of pointers? Мне нужны верные шестерки. Вот просто объясни, зачем ты в команде. Hey, that's good advice. I like the way you think, boss. Besides, not like there's a line of folks standing around hoping to get on your ship. I'm persistent, I'm eager, and I'm showing initiative. What else do you want in your crew? Ладно, отлично, ты принят. Wow. Все равно мы хотим его взять. You don't know how long I've been waiting to hear that. Thanks, boss. You're not going to regret this. Так. Ну, давайте ему скажем, чтобы он на корабль валил. Иди-ка ты на корабль. Так, значит, собрали. Но без Парвати, конечно. Без Парвати сегодня. Не сегодня, а вообще в этом прохождении. Просто тупо пропущено. Не Оку, кстати, еще можно в команду взять. Надо вернуться за ней в на Монарх. Did you bring me anything? New parts? Last weekend's crossword puzzle? Preferably not already filled out this time. Так, давайте, во-первых, его прокачаем. Он у нас на тяжелое оружие, я смотрю. Будем давать чисто вот убеждение. Урон оцепенелым врагам, урон бойцам корпорации. Все прокачано. Так, надо с ним пообщаться. Может, какой квест даст. Где он? Так, тут викарий. Он, да? На кухне уже ошивается. Good to see you, boss. Как ты оказался на первопроходце? I'm secretly the chairman's orphan child, abandoned at birth in the back base. Угу. А потом тебя вырастила стая шприц. That's right. Can't get anything past you, boss. Honestly, before you pick me up, I was living in the back base. Spent my whole life up there, watching ships roll in and take off. I always wondered when my ship would come. I was what folks on the Groundbreaker call a stowaway. Means I was invisible. Life carried on for everybody else, but not for me. I had to make my own way. Сиротка. По крайней мере, ты был никому не нужен, ты был свободным. We were just as trapped as anybody else. We didn't belong in the system, but we still had to live in it. We still had to play by the board's rules. Imagine spending your whole life looking out at the stars and knowing you could never aspire to be anything more than a box hauler. That's what it's like. А где ты искал работу? Hauling boxes was about the only work I could find. Hated every second of it. Foreman and I never got on. Да-да, инцидент с тазбольной клюшкой, да, я помню. A better man might have turned the other cheek. Exercised a little bit of that, what's the word? Restraint. But on the other hand, broadsiding the jackass with a tossball stick, that felt good. That felt real good. You ought to try it. В случае разногласий я прошу тебя вести прилично. Oh, I can do civilized. Proper civilized too. Genuflecting and everything. С преклонением колен. I caught a real lucky break. If you hadn't picked me up, I'd still be back at the docks, waiting for the day my ship arrives. В общем, вместо спасибо лучше избавь меня от неприятностей. That's just crazy talk. You know we'd never have a problem. Thanks for listening, boss.
Let's get going. Так, а квест? Квест, ты мне квест дашь какой-нибудь? Видимо, не сейчас. Ладно. Пошли за Неокой еще сходим. И будет набрана почти полная команда. Так, Неока у нас на Монархе. И... Stellar Bay приземляемся. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Да, сразу в Stellar Bay. Ну да, видите, еще две вакансии закрыты. Одна будет Неока, и одна должна была быть Парвати. Да, виноват, как-то я ее пропустил совсем. Прикольно, дом из коробки, да? Так, она, по-моему, у нас в баре тусила, да? Так, это не бар, это у нас... Кстати, я могу сейчас сдать квест этому Санджару. Мы же выяснили по... Спасибо снова за ретривание болта. Это каждый раз так комплексно, как я слышал, но... Я готов к challenge. В любом случае... Я нашел картридж со сведениями о тайных экспериментах ВОК. Отличный тайминг на твоей стороне. Я работал мои пальцы до нубс, но я наконец-то completed the Bolt 52 form. I dare say it will be my second greatest achievement after the Reformations. You're getting ahead of yourself again. So I am. Do you have this cartridge? Давайте не будем спешить, о каких реформах вы говорите. I'm working on a plan to reorganize the board. Slowly, peacefully, and with meticulous documentation. But that all comes later. First, I need to submit the Bolt 52. With that data you're holding, of course. Ладно, отдаю ему сведения. I knew there was something going on. This is exactly the proof we need. The board will have to welcome us back now. I'll transmit this data along with the completed Bolt 52. Элитная броня MSI я получил. Sit back and quietly wait for the board to respond. That means no more broadcasts from us. Так, 20 уровень. Что качаем? По-моему, я хотел вообще убеждение до максимума. Ну, до 80 давайте. Так, и дальше будем... Что? Взлом. Вскрытие замков. Взлом замков происходит практически мгновенно. Дальность обнаружения в автоматонов меньше. Урон от скрытной атаки больше. Давайте, может, скрытность. Тут одно очко, правда, всего лишь было. Так, и в способностях. Что у нас тут уже взято? Убийство попаданием в голову. Носит врагам. А, то есть, видите, вокруг я еще радиус обнаружения врагов выше и дальше. Урон в ближнем бою не надо. Меньше урона от плазмы и атак по площади. Ну, возможно. Урон от дистанционных атак меньше. Сопротивление брони на 10 секунд. Эффект накапливается. Напарники нам не нужны. Когда у вас мало здоровья, носит больше урона. Ну, такое. Урон научного оружия. Я почему-то... Я научным оружием практически не пользуюсь. Я не находил научное оружие, которое бы мне... У меня бы работало нормально. Которое, ну, к моему... Прокачивание. Так, раскачивание оружия дальнего боя меньше, штраф к точности в движении меньше. После убийства врага ваша следующая атака обязательно завершится критическим уроном. Тоже, кстати, вариант для винтовки. Грузоподъемность не хочу. Вредоносных больше урона. Давайте вот это. После убийства врага ваша следующая атака обязательно завершится критическим уроном. Так, по репутации у меня
уважительная, в иконоборцах приветливая. И теперь за Неокой. Где этот... Где она может тусить? Где этот бар? Вот он. Так, надо ее брать с собой. Типа, пошли. Боже, мне все-таки не помешает проводник. И теперь сказать ему, ей, что... поговорим с ней. Почему ты выбрал для себя жизнь охотницы? I was born into security detail, and when the corporations abandoned this place, I stayed. Почему ты осталась? That's all I know. Besides, I had a few friends here, and they were staying too. Расскажи про друзей. That's a painful trail I ain't keen on walking again. Их всех убили, наверное. Нет, ты можешь сказать, я не буду тебя осуждать. No. I'm not saying more on the subject. Так, где у меня уби... А где мое убеждение на 80? Что за фигня? Это наверняка полно интересных историй про охоту. I took a job once to clear out a rat nest. Partnered up with a fellow out of Fallbrook who called himself Dirty Don. Bit on the shorter side. Had a penchant for cards. Thing is, he introduces himself and the man is immaculate. Clean. He had a flowery presence to him. A pleasantness that didn't invade your space. He was just there, and you were glad for it. Тогда почему его звали грязным Доном? When we set out to hunt down the Raptodons, I found out firsthand where his nickname came from. Dirty Don killed those Raptodons with his bare hands. His bare fucking hands, Captain. He was a whirlwind of grotesque primal fury. In the end, he stood drenched in blood over the entrails of a dozen raps. If he had a scratch on him, I wouldn't have been able to tell. It was glorious. И что с ним случилось? Он и теперь голыми руками уничтожает местную фауну. Day came when he tried to take on a mana queen. Got himself eaten one limb at a time. Wonder if he tasted like soap. Oh well, live and learn. Да. No matter how tough you верю, are, меня жукоматки раз... 8 уже ели. Вполне What's достоверная that? История. Анна, побудешь пока на корабле? Sure. Неока покидает отряд. Так, давайте на корабль зайдем и продолжим. Корабль. Дальше пойдем квесты выполнять. Странно, как мне у Феликса и у Неоки взять их квесты? Да и у Элли, наверное, еще должен быть квест какой-то. Captain, if you're looking for crew members Ellie or Felix, they're sharing a drink upstairs. О, Элли и Феликс выпивают на лестнице. Upstairs — это вообще наверху, я не знаю, почему на лестнице. Сейчас посмотрим. Если они реально на лестнице, тогда я поверю в этот перевод. Так, Элли. Вероятность сбросить восстановление при убийстве. Длительность реносных эффектов. Урон плюс 25%. Вот это возьмем. Так, Феликсу. Прокачаем. А, все тут то же самое, кстати. Те же самые перки. Так, что Неоки прокачиваем. Ложь. Радиус слышимости шагов. Урон животным. И урон плюс 25%. Викарию Максу. Я ему вообще не прокачал ничего из его способностей. Урон автоматоном. И... А, все. Странно, у него только три ранга прокачивается. Так. Notice how our crew's a lot like that crime family from the Masked Marketeer? Okay, but who's Sam? Come on, Ellie, Sam ain't people. I guess he can be Chairman Rockwell on that one cameo appearance. I heard they had an automech read those lines because the actors were afraid of offending the chairman. Всё. Good to see you, boss. Выпивание. Так. В общем, ничего интересного.
Something on your mind? Никаких новых реплик. Так, а где Ниока? В какой комнате тусит? А, на кухне у нас. Эй, Кап. Как ты уживаешься с остальными? Still not quite sure what to make of that Max fellow. Sometimes he reminds me of Anders, and the way he stares at things as if he's gonna dismantle them. Shit. Look at me dredging up bygone days. Forget I said anything. Не буду на тебя давить. Ладно. Когда-нибудь расскажет. Так, понимаешь, я могу еще в комнаты тут заходить. Периодически у них что-нибудь тут появляться будет, да. Кстати, а где викарий? А, вот сидит. Может, у нее спросить про поводу этой... Так, книги на французском. Нет. Нет, ничего он не расскажет о членах. Ладно, так. Следующий квест у нас. Срочно в номер. По-моему, вот это мы начнем сначала. Да, вот сюда надо идти. Значит, сюда перемещаемся, идем по дороге к отряду. Все еще в одиночку. Ну, это же даже если вы берете этих напарников, даже легче будет проходить. Ну, в чем прикол? И так игра не особо сложная, согласитесь. А вы еще легче ее делаете с напарниками. Так, меняем на винтовочку. Так, давайте как-то аккуратнее. Ой-ой-ой-ой-ой. Вон там кто-то. Жукоматки. Так, давайте как-то попробуем их подсократить численность. Издалека начнем. Да ладно. Блин. Нет. А, я просто... Так как я убиваю, и урон рядом находящимся... Рядом находящиеся получают урон, поэтому, видимо... О, все, отступили. Отлично. Продолжаем убийство. Поэтому они на меня сагрились. Ошеломление. Нет? Не пойдешь на меня нападать? Травма. Ослепление. Ну, а теперь сагрились, конечно, по делу. Так. Наверное, травму, чтобы он не быстро убегал. Вау. Это был крит. Я переключаюсь в этот режим, потому что иначе... Иначе не получается вот этого ослепления, ошеломления. Готов. Прячемся. Меня тут не было. Что-то мало очков дают за убийство уже, да? Всего 320. А что это у меня за флажок? Что это за показатель? Видите, вот сверху, рядом с хитпоинтами, какой-то флажок. На что это влияет? Подробности...
О, уверенность. А, вот что это дает. Уверенность. Воздействующая атака совершится критическим ударом. Понял. Получаемый физический урон плюс 25, наступательные навыки минус 20% и фобия роботов. Так, ну, пора убивать жукоматку, я думаю. Это, конечно, крит. Так, теперь надо увечья. Травма в башку, в башку, в башку. Нет, не стреляй по мне. Да кажется, ты сдохнешь. Отлично. Так, а поэтому надо из дробовичка. Отлично. Так, ну что, еще кто-нибудь хочет ко мне лезть? О, еще жукоматка. Каркинос. Это что-то новенькое, давайте посмотрим, что за говно такое тут ползает. Ну, начнем, наверное, все-таки с винтовочки. Ой. Ой-ой-ой. Так, ладно, давай так. Какой-то мощный чувак. Фу. Ну 4000, слушай, за него дали. Хрена себе, опять пришла ко мне какая-то лут на ножках. Перевес. Так, смотрим, что у нас по оружию. Это можно разбирать. Это можно разбирать. О, блин. Винтовка какая поломанная. Так, это я отремонтирую. Винтовка очень быстро, конечно, приходит. Вау, 39. Ну, тип брони большой. Не хочу большую брать, я хочу в среднем ходить. Хотя он никак не влияет, кстати. И вообще все навыки дальнего боя плюс 5. Тут модификации. Слушайте, давайте я, наверное, эту броню все-таки одену. Тут зачем-то навыки ближнего боя у меня прокачаны, которые я не использую. Ну, грузоподъемность плюс 20. Правда. Дальность подсветки взаимодействия. Сопротивление брони физически. 39. Нет, давайте я одену эту. Так, теперь 60. Ну, пора разбирать, я думаю. Броньки. Так, надо что-то делать с весом. У нас тут тяжелое вообще есть. И надо было это все продать, конечно. Так, это не... Не знаю, суставный привод. Для чего вот это, слава богу, ничего не весит. Квестовые предметы тоже ничего не весят. 0,1.
Ага, вот это жука-панцирь. Так, а как его... А как их выкинуть, блин? Опять же. О, вот так. Все семь выбрасываем. Слишком тяжелые, все. Теперь я себя чувствую хорошо. Новый объект логово жуков. Это на карте, что ли, отмечено? А, нет, просто объект. Ну и что тут в логове жуков можно? Картридж с битами. Антижуколуч. Надеюсь, очень крутая пушка. Урон. Коррозийный. Он 13 уровня, и у меня 13. Так. Да, ну это дробаш, считайте. Ну давайте четвертым поставим, почему нет. И неплохое такое, какое-то уникальное оружие. Опять там кто-то ползает. Так. Сохраняемся. В башку. Вау, 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 вау. Я в космос запустил. Первая гусеница космонавт. Что происходит? Ничего себе ее колбаснуло. Так, давайте попробуем это наше новое оружие. Просто интересно. Ой. Ну как-то не особо она больна. Убили. Что-то как-то она не особо против этих жуков. И, кстати, три раза она сразу... Это я один раз нажимаю, она стреляет три раза. Это оружие. Не стоило ее, конечно, так подводить. Так, значит, я сижу. Опять запускаем гусеницу в космос. Нет, в этот раз она не, решила не улетать. Успокойтесь, успокойтесь. Никого тут нету. Гусеницы от старости умерли. Просто старость. Снова старость. Я так понимаю, чем слабее враг, тем уже меньше... То есть раньше больше за гусениц давали очков как-то. Теперь вот так вот. Так, ну поехали, крит. Начнем с крита сразу в башку. И травму нанесем. Перезарядка. Ошеломление в голову. В голову, в голову, в голову. Это она, кстати, делает эти рои, да? Ой. Так, давайте поменяем оружие. Блин. Да как так быстро-то, ё-моё? Блин.
Я честно, вот я что-то не улавливаю тактику убийц, потому что иногда я их выношу просто очень быстро, а иногда просто сижу и... Ой, поломалось. То есть вот эти хедшоты с одного выстрела, я понимаю, почему происходит. Но почему я иногда жукоматку просто вот очень быстро выношу, а иногда у меня какие-то проблемы начинаются. Да еб... Да что за... Блин! Не знаю, надо... Не, ну мне с гусениц в любом случае надо начинать. Чтобы они не мешались. Еще гусеница, да ё-моё. Куда вы все беретесь здесь так, в голову тебе? Ой, жучиная самка. Еще одна, что ли, там прется? Да? Меняем оружие. Она сдохнет, нет? Наконец-то. Блин, еще это меня плюется. Гадина какая. Не, в принципе, вот это оружие ничего такое. Так, панцирь не берем. То с больных карточек. Ударный молот с двумя модификациями. Давайте глянем. Мы, по-моему, его разобрать можем. А, без модификации. Ладно, просто разбираем. Так, ну ничего так, ничего. Наконец-то с четвертого раза, что ли, мы тут убили всех. Ну это какая-то жукоматка была сложная. Пошли на квест. Так, вон там кто-то... О, тут их несколько. Так, ну тут я хочу... тоже поработать... с дальней дистанции. Так, жукозавр-солдат ползает. Огромный жукозавр. Давайте вот с этих начнем. Да ёб...
такой, опять какой-то взлетел. Смотрите, что происходит? Почему мои соперники куда-то улетают от меня? Ну, правда, это уже труп был. Так, ну ничего, мне это оружие нравится, хочу вам сказать. Панцирь не берем. Боже, что так? О, еще одна охотничья винтовка Ультра. Надо глянуть, что там. Нет, панцирь взял. 17 уровня. 17. Все одинаково. Как у него внутри? То есть это он, видимо, съел... Или она съела кого-то с винтовкой? Получается... Так, панцири надо выбросить. Слишком много весит. Где он? Вот он. Все, пошли смотреть, что там. Заброшенный ретранслятор. Тоже явно какой-то квест. По нему должен быть. Ну... Так, дайте я еще оружие хочу починить. Вот эта штучка мне уже начала нравиться. 100%. Неплохо она так по жукам работает. Так, что-то звуки какие-то движения слышатся. Доступа к ретранслятору. Ну, это явно какой-то квест еще будет сюда прийти. Я думаю, все дома закрыты, да? Так, я слышу, что кто-то там шелестит сандаликами. А вот они где. Открываем. Нужна ли нам... Тяжелая экипировка строителя. Не хочу. Так, по лечению у нас что? Все еще пока используется. Может, вместо длительности вредоносных эффектов лучше скорость движения в бою? Вот это поставим. Так. Так, это я слишком как-то близко подошел. С другой стороны, как они сюда заберутся? Я думаю, никак. Поэтому начнем. Начнем наше убийство. Так, сразу крит я должен иметь. Они побежали. Типа, ну нафиг с таким дебилом связываться. Вот осмотались просто. Типа, нечестно, ты на лестнице, да? Мы тебя достать не можем. О, возвращаются. Готов. Ну, куда ты по... Возвращайся, давай. Ну, эти полегче были, конечно.
Эти были полегче. Так, а где, собственно, куда нам тут идти надо? Ну, давайте по дороге пойдем. Забытый перекресток. Еще точка пересечения, перемещения. Так, мины надо смотреть. Вроде никого нету. Заброшенная тайная квартира. Так, давайте сначала осмотрим. Есть ли какой-то лут тут спрятанный? Или можно ли куда-то еще в тайные места какие-нибудь забраться? Похоже, нет. Похоже, все тут закрыто. Ладно. О, можно... Так. Вроде никого. Ух ты, какой шлемчик. Наверное, правда, говно потом окажется, как посмотрим. 41 броня, 32. Нет, не говно. Правда, тут у меня наука плюс 3, а тут просто ничего. Ну, тут... Не, оставлю то, что на мне одето пока. Но я думаю, что тут можно не в приседе. Шипучка, паста, сок, бобы. Так, тут вроде больше ничего интересного. Может, надо поменять все-таки на оружие ближнего боя? Кто-то оставил учетный журнал со списком имен. Вероятно, он принадлежал отряду, который служил на этом посту. Некоторые имена, например, Ламонт и Делайла, находятся в самом верху списка. Другие вычеркнуты, но позже снова добавлены. Возможно, эти люди покидали отряд и опять возвращались. Имени Нэш в списке не обнаружено. Брустики возьмем. Боеприпасы. Так, давайте терминал смотреть. Пиджи говорит, что тебе удалось купить нам билет. Это было не обязательно. Я у тебя в долгу. Не знаю, смогу ли когда-нибудь оплатить тебе, но спасибо. Прикладываю координаты лагеря в водопадах. Выдай снаряжение, встретишь нас к восходу солнца в установленном месте. Пора свалить из этой чертовой дыры. А, они, походу, дезертировать решили. Пистолет какой-то. Давайте глянем. Фигня. Разбираем пока. Что-нибудь отремонтировать надо. Ну, пока все. Пошли дальше. Значит, куда нам? Водопаду. 111 метров. Отсюда. Народ сваливал, убивал рептодонов по дороге. Так, к водопаду. Тут кто-нибудь ходит вообще? Да, вон какие-то гусенички, но это в стороне. Ой, альфа-самец какой-то тут у нас. Давайте-ка аккуратно. Отстрел завершен.
кто-то тут тусит. Дикая псида, но это, наверное, вообще легко. Сейчас завалим. Красота. Так, потом тут к водопаду вообще пройти. Так, что ли? Ну, судя по трупам псид, явно они где-то тут шли. Нет? А, они там не через мост, просто здесь пошли. Или так пройдем? Опа. Это кто? Мародеры. Да еще и вандалы. Чё-то не добегают. О, снайпер куда-то бежит. Ну, снайпер не очень качественный, потому что выбегать на открытую местность. То есть ты видишь, у тебя сняли всех твоих дружков с дальней дистанции. Дай-ка я побегаю на открытой местности перед снайпером. Ну, у меня такая же, в общем. Бухали? Точно. Ликер и вино. Стамбул, Париж. Ой. Подпалился. Я пистолеты не буду брать. Ого. 95 требуется, чтобы вскрыть. Я бы не сказал, что тут что-то такое офигительное, чтобы его вскрывать. Так, еще что-нибудь интересное есть? Я уже открыл. Нет, похоже, все. Даже не отмечается на карте, видите, просто в сторону отошли. Ты наем или это они убивали кривую булаву, возьмем. На этих останках можно видеть вполне явные признаки нападения жукозавра. Черепа раздроблены мощными челюстями, а деформация некоторых фрагментов свидетельствует о том, что они прошли через желудочно-кишечный тракт какого-то зверя. Среди грязного веса вы находите маленький контейнер, похожий на тот, о котором говорил Нэш. Походу, не добрались они куда хотели. Так. Булаву разберем. Только, конечно, уже всякого. Надо, наверное, сходить сдать этот квест и заодно избавиться от
большей части вот этого хлама. Продать. Ну, вот награда за службу стоит всего. Фига мне их 3 штуки. А весит 0,5 кило. Награда за службу 0,5 кило весит. Как вам? Броню сапера мы не будем поднимать. Так, ну я думаю, можно... можно вернуться. Потом на следующий квест здесь. Давайте вернемся в Фолбрук. Сдадим Эшу этот квест. И заодно попродаем все, что тут понаходили пока. Ой. А что, Нэш не тут, что ли? А где? Он в Эмпер Хайтс? Что-то я... я думал, я здесь этот квест взял. Так, ну и где? С этим чуваком можно поторговать пока. Thanks again for help. Зачем иконоборцам понадобился интендант? Eating means hunting. Hunting means armaments. We used to let people take what they will, but then some idiot shot some other idiot over cards. So Zora set up a system. You fuck up, you don't get to buy gear. You play nice, you do. Так, справедливо, давайте торговать. Значит, продать. Весь хлам продаем. Тут нам все надо. Это надо к верстаку сначала сходить. Тут хорошие у меня уже улучшалки есть. Ну, хотя все для ближнего боя я могу продавать. Я все равно никакое оружие ближнего боя не использую. Так, остальное надо будет посмотреть еще. Продам я этот шлем. Тоже не особо нужен. Пистолетик продам. Так, все починим. Пошли квест сдавать. Потом к верстаку надо сходить будет. You got in your mind that I want company, you're wrong. Nothing on this moon for nobody. There's a lot of heartbreak. А ты такой этот весельчак парень. Так, я нашел тело Ламонта. You know, a tiny part, a damn stupid part of me hoped he was still out there. What happened? Они купили билеты на межпланетный рейс, но так и не дождались пилота и погибли. Damn. Well, you find our box of memories? Да. У меня, а еще у меня попался список персонала того аванпоста, тебя в нем не было. Well, ain't you clever? Fine. I was supposed to pick him up that night. Thing is, another offer came along. Bit more lucrative. Так ты их бросил? And their payment almost died with them. Thanks to you, I can afford another round. Cheers, hero. Look, I like your gumption. I was gonna share the bits, but here's a couple extra. Now go on. Leave an old man to his past. Репутация улучшена. То есть, чувак просто оставил людей погибать, но репутация... И вот тут... То есть, вот эти иконоборцы мне откровенно не нравятся, прямо вам скажу. Так, Шпрысиные короли. Следующий у нас квест. Разве туда нам надо? А, нет, подождите, не Шпрысиные короли, мясной Клайв. Вот это я пока хочу выполнить.
как раз на фабрику по производству шпикачиков. Taste the freedom. Spacer's choice. Так, куда нам? Срежем. Блин, откуда тут уже... Уже какие-то мародеры появились. Ну, посмотрите. Но у меня просто нету ни брони, ничего, я это все не прокачивал. Поэтому мне просто нельзя давать, чтобы по мне как-то попадали. Хотя, с другой стороны, вроде броня у меня неплохая одета. То есть тут зачищенных территорий не бывает. Я же это все зачистил в прошлый раз, и уже тут, блин, мародеры тусят. Смотрим. Тут никого нету. Я хочу попробовать сквозь этот. А, нет, нельзя зайти. Не, можно зайти. Надеюсь, что-то за водопадом будет. Ага. Под канализацию под фабрикой. Так, можно сюда будет зайти, если что. Подождите, стоит ли мне открывать? Ну, это не стоит того, чтобы магички тратить. Так, возьмем. Так, давайте сначала попробуем через главный вход зайти. Если там будут ко мне враждебно настроены, тогда пойдем. Автоматон окра... Вот оно что. Да, тут будут сразу ко мне вражде. Понял. Все. Пошли через черный ход. Ну, мы будем документы подделывать. Я не хочу убивать никого. Надо вскрыть там компьютер, как мне помнится, и... подделать документы. Давайте вообще прочитаем. Доберитесь до кабинета Клайфа Ламберга, сделать так, чтобы он больше не мешал субсвету, либо найти способ остановить работу фабрики Клайва. Кэдрин предлагает посмотреть на запасы еды для шишкачей, на фасовочные автоматы, на финансовые документы. Финансовые документы нам. Мне интересны. Требуется удостоверение. Сразу в загон для свиней попали, да? Интересно. Ну, не то чтобы совсем уж интересно, но... Смешно дергается хвостик. О, компьютер. Там кто-то ходит. Так, медицина 55. Невозможно. Записи снабжения. Количество банок неизвестно. Ну вот я мог бы увеличить, видите, витаминов, и шишкачики бы траванулись, я так понимаю. Блин.
Нет. А может попробуем никого не убивать? Подождите. Если я смотаюсь отсюда. Меня тут не было. Я не хочу никого на этой фабрике убивать. Эти люди ни в чем не виноваты, я так считаю. Или уже все, типа, тревога поднята. Вернемся еще раз. Хотя я думаю, что уже все это поднято. Или не через некоторое время они же все успокаиваются тут. Всегда. Пока красная. Нет у меня. Я в домике. Иди проспись, тебе показалось. Похоже, они не успокоятся. Хотя вот тут он спокойный уже ходит. Видите, тут не нарисовано, что он... А, это роботы. А вон человек сидит. Человек на туалете сидит. Извините, что побеспокоил. Помешал, так сказать, естественным процессам. А эти внизу там красные ходят. А, смотрите, они не красные, они успокоились. Это красные, что типа соперники. Все, я понял, они успокоились. Так, робот куда идет? Пошли его. Вот тоже мимо прошли. О. Что тут? Старые файлы удалить. Отчет о смене. Проверяла качество банок. Не хотел напоминать. Я сообщал о знамениях в апреле. CNP покидает Монарх вместе со всеми. Фабрика работоспособна, все меньше число рабочих приходит на смену. Следующая перевозка назначена в 2 часа четверга. Увидимся на платформе. Твоим сердцем, Фитц. Это нам никак не может помочь выполнить тут задание. Так, кстати, я ж верстаком не воспользовался. Надо бы сейчас воспользоваться, наверное. Вообще никого нету. Пустоши Монарха нет. Это, видимо, вход как раз. И мне надо бы наверх. Давайте, о, подождите, вот еще тут у нас улучшалка. Так, значит, мне надо улучшить. Во-первых, все давайте починим. Дальше. Улучшаем плазменный карабин. А в винтовку можно что-нибудь всунуть вот сюда?
О, можно. Так, тип урона коррозийный, электрический. Размер магазина увеличивается. Вот это я вставлю. Так. То здесь у нас вставлено. Критический урон плюс 25%. Рассеивание, раскачивание. Это ничего не надо. Шум при стрельбе меньше. Мне критический урон, мне кажется, критический урон круче. Так, а что с прицелом? Дальность плюс 25%. Супероптика 2000. С шестикратным приближением. Ну, давайте поставим. Прям даже интересно. Так, винтовку улучшили. Теперь карабин. Размер магазина. А прицел, дальность поражения, рассеивание меньше, конечно. Так, и все. Штурмовая винтовка, урона плазменный, и рассеивание снижено. Да, тут все, что надо. Так, теперь с броней давайте. А, броню. Я не могу броню модифицировать. У меня же вроде вот есть броня. Почему ее невозможно модифицировать? Ладно, тогда давайте улучшим оружие. 105, 113, 120. Пока хватит. Здесь 270, 285, 307, 329. Так. С броней что? Тоже можно улучшать. До 51, вот так. И шлем заодно. Все, шлем хватит. Все. Теперь меня устраивает. Так, мне кажется, мне надо сверху где-то куда-то прокрасться. Требуется удостоверение. Где мне это удостоверение найти? Так, там робот ползает. Может, кстати, у чувака украсть, между прочим. Этом робот. Ну-ка. Блин, у него нет удостоверения. Ты тут сидишь. Как ты тут вообще можешь сидеть без удостоверения? Что такое? Ой, ой, ой. Сорян. Так, надеюсь, он тут меня не заметит. Он сюда же не идет, да? Да, возвращается. Но я не буду его отключать пока. Ожидающий контейнер, что за оно? Отключить. Есть возможность отключить. Почему не? Почему этого не сделать? Тем более очки дают. Так. Случайно нарвался. Жалко, что людей так нельзя отключить.
О, наконец-то удостоверение. Так, теперь я могу спокойно ходить. А вот куда мне надо? Три раза. Так, давайте я сохранюсь. У меня три раза я смогу потом говорить, что я местный. А, так я тут и так уже был. Нет? Нет, не здесь я был. Мне куда-то вот туда надо. Отсюда я, по-моему, вошел. Нет. Я трачу тут время на вот это собирание. Так, я уже подбираюсь к цели. Убеждение. Это ложное убеждение. Так и сделаю, спасибо. Так. Мне вот туда наверх надо. Как туда подняться? Вон лестница. Блин, еще дальше наверх надо. Да блин. Что за лабиринты? Вон лестница. Да ё-моё. Что за говно? Как вот туда попасть? Блин. Когда я в незаметности, видимо, ко мне и не обращаются, меня не видят. То есть ко мне будут обращаться только если меня заметят. Так, что в терминале? 5 инженерия. Этого мне не хватает. Я добрался. Так, личные дела. Все файлы удалены. Думаю, мог подумать, целая фабрика, да еще и ничейная, никого кроме меня. Теперь еще есть и король, который тоже я, но другой лучше, господи. Король не может поверить, как хорошо, как чудовищно получилось. Я пришел из ниоткуда, но теперь я человек, создавший себя сам. Может, мне с ним поговорить стоит? Кажется, я понял. Сотрудникам, всем от рабочего на конвейере или уборщика до последнего шишкатчика, нужно велеть, чтобы они правильно обращались к королю. Должным образом это делать. Никакой хрени про мясного Клайва, иначе я им такое мясо устрою. Так. Ну вот, собственно, сам Клайв. Так, это все кража. 97 битов. 97 битов. Ключ от кабинета Клайва. Так, а где его кабинет? Ну, я просто не хочу, опять же, повторяю, его убивать.
это вниз. Нет, наверное, вниз мне не надо. Наверное, другой лифт надо использовать. Или это кабинет Клайва? Точно. Нет, это я, наверное, открыл. Это выход. Это выход. Я уже не в запрещенной зоне, как ни странно. Значит, пойдемте. Давайте сюда пройдем. А, это вообще в пустоши монарха перемещение. Так. Что ж мне тут делать? Кроме убийства самого Клайва. Ну, видимо, надо с ним общаться. Давайте попробуем поговорить. Whoa now. And just what do you figure you're doing up here? These are my private quarters, friend. I don't allow tours up here. I don't allow tours ever on deeper consideration. Очень странно выглядит, чувак. У тебя кровь на рубахе. Вот тут вот. Certain things require a mess to do well. See, I was just killing some time. I prefer to prepare my dinner by my own hand. Nothing like fresh and bloody borstwurst. Это останки шишкачика? I do own a factory known for specializing in the canning of borstwurst. On occasion, I like to imbibe other parts of the cysty pig. Did you fancy me a cannibal? Perish the thought. No, I don't eat the bodies, I disappear. A joke, that last was. So, what can I do for you? My full attention is at your disposal. То есть он помогает исчезнуть телам, я понял. В соседнем помещении слепое тестирование проводится. Indeed it is. Did you partake of the experiment? I would like to hear your assessment of the quality of each sample, if so. Пока нет. Don't wait so long, the meat rots. Then I won't be able to trust your answers. Ну ладно, давайте прямо скажем. By sublight, you mean Catherine, do you not? Greedy star-crossed sow. Listen, friend. The Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me Catherine's severed head, and I will gift you a lifetime supply of Borst. Так себе предложение. А что было бы объединить ты с Кэтрин, слияние двух великих империй? Император Шишкачиков. The king built this golden monopoly brick by brick from the rubble when the corpse abandoned monarch. No, he ain't the sort to partner up, as that requires the sharing of power and profits. Блин, видите, медицины не хватает, чтобы человеческие останки узнать. Да ладно тебе, Кэтрин крутая. According to whom? No, I don't see the advantage to me. Besides, didn't anyone tell you? The king don't bow to demands, nor stoop to negotiations, friend. Ладно, never забудем. Mind. Never, I should mind. Ну, как бы, теперь, увидев его, мне не жалко его убить, честно говоря. Yes. Listen, friend. The Borst King of Monarch does not negotiate with coveters. How about you bring me... Ну, я понял, ты уже мне говорил. Я еще подумаю. See that you do, friend. Почему вам с Кэтрин не закопать топор войны? Gladly. Вместе с ее трупом. You desire that I should lower myself to Catherine's level of crassness and filth? I cannot fathom how that would cotton myself.
Never mind. Мне пора. Так. Все-таки я не понимаю, как мне его документы подделать. У меня тут в задании... Не, ну это задание у меня будет провально, я не собираюсь Кэтрин убивать. Для этого дебила. Найдите способ остановить работу фабрики Клайва. Похоже, там вот внизу надо... Где-то вот был. Вот этот... Терминал. Ой. Упал. Так, видите, теперь на меня никто не нападает, как бы я тут считаюсь. Вы неоднократно падали с большой высоты, поэтому становится не по себе, когда вы находитесь слишком высоко. Нет, не буду брать. Это неоднократно. Ну как неоднократно? Штук раз 5, наверное. Кстати, интересно, что это все могу брать, как это не считается воровством. Так, где-то тут был терминал. Наверху, что ли? Угу. Там инженерное дело требуется. Сколько? 55. У меня 50. Ну, чтобы увеличить, сейчас мы что-нибудь примем. Инженерия проницательность. Так. Навыки у нас как раз 50, по-моему. А, 45, блин. Хватит ли мне? Так, мне надо проницательность повысить. Каким-то образом. Давайте смотреть, что у нас тут есть. Это мы уберем. Ну, смотрите, телесное. Базовое здоровье, телесное. Это, кстати, можно выкинуть. Становление здоровья, базовое здоровье, показатели разума плюс один. Ну, предположим. То есть только показатели разума, да, у меня есть? А если я 2 как бы использую, это будет работать? Ну, показатели разума, по-моему, это относится к показателям разума. Да, проницательность, показатели разума. Ну вот давайте, я сейчас 2 использую сразу. Работает оно на меня? 4 и 3. На один повысилось. Все равно не хватает инженера. Ой. Сорян. Чуть не сломал вам компьютер. Сколько у меня сейчас инженерия? 50. Слушайте, а медицина вот зато у меня 55. Сейчас я ему могу про человеческие останки втереть. Ну-ка. Так, где тут? Пока нет. Вам с Кэтрин. Все, уже не будет этого. А, во, медицина. Так почему я 55 же? Never. Да ё-моё. Медицина 55. Почему не проходит? Во, прошло. Думаешь, я не узнаю человеческие останки? Как провернет тебя на фарш, даже костей и ногтей не останется. Я всего лишь говорю, что Кэтрин высоко бы ценила твои навыки.
You figure she will appreciate my skills? They did take me years to perfect. However, I remain unconvinced she could provide the means to make the association worth my while. If you ain't noticed, I'm doing swell, ruling this kingdom on my own. Работники тебя не слишком уважают, они отлынивают от работы, злословят у тебя за спиной. Ah, but Catherine would admire a man of my inclinations and skill. That is what you imply, yes? She will supply the worship I so rightly deserve. Very well. The king is interested. John Hancock me on the dotted line, friend. I will even give her a cut of the profits. Смотрите, уговорили чувака. Всего лишь узнав, что он вообще бы его убил, конечно. Он ест людей. И что дальше? A fair and handsome deal is what it is. Tell Catherine she is permitted to dump the bodies each and every Tuesday, precisely at 3 a.m. Ага, значит, Кэтрин просто трупы ему завозит. Да они тут друг друга стоят, блин. Ну что, можно беспрепятственно... Сейчас опять я ударюсь. Можно беспрепятственно полазить по фабрике. Пособирать лут. Почему на фабрике по производству свиней куча шкафчиков с... Кстати, я могу сразу тут выйти. Куча шкафчиков с пулями. С боеприпасами, я бы даже сказал. Он так возмущенно тут пиликал, что я решил, что его не устраивает, что я здесь гуляю. Стандартная пехотная броня. Так, надо лечилку поставить опять на место. Нормальную. То увеличение интеллекта мне тут не очень. Телесные показатели. Так, скорость движения и скорость атаки. И восстановление здоровья плюс 200%. Вообще я верстак уже использовал весь. Ладно, поехали, наверное, сдадим этот квест. Я там уже битов накоплено под 30... Нет, даже под 40 тысяч. Куда эти все деньги девать? Тэмми говорит, что мясной Клайв кормит шишкачи каким-то подозрительным мясом. Море крови, кости торчат. Еще он сказал, что нашла там чью-то руку. Теперь вот Тэмми тоже понизили. А свиньи все жиреют. Ну да. Я так и понял, что трупы туда скармливают. Ладно, поехали. Мне интересно там выйти сверху. Ну... Куда выведет это? Его лифт наверх. У меня оружие в основном либо коррозийное, либо плазменное. Против роботов электрического особо нету. Так, где-то мы. Пора
Разблокируем дверь. Тоже какой-то еще один черный вход. Так, перегруз. Я уже на фабрику. Ладно, пошли сдадим этот квест. Где тут она? В Фолбруке. Наверное, Кэтер не так будет счастлив, если бы мы его убили, но типа то, что он готов под ее контроль перейти, тоже вполне нормальный вариант, по-моему. А теперь Кэтрин надо убедить работать с Клайвом. Сейчас еще она будет кочевряжиться. Hey, Cass. Knock, knock. Go away, White. That's not how the game works. I say knock, knock, like I'm on the outside of a door, and you say. I swear to the architect, I will punch your lamps out. Oh. Где они общаются? Having a rough day. I lost a shipment out for delivery. Barely made it out. Marauders got Keely. Ooh, Catherine is gonna flay the skin from your fingers. I know. Да. Тяжелый день у чувака. Так, где тут Кэтрин? How's Clive? I do hope you gave him my regards. Так, у меня к вам предложение от Клайва. Oh, this ought to be good. What does he mean to offer in exchange for his no-account life? Клайв согласен стать для вас чистильщиком, если вы оставите ему фабрику. True enough. I got bodies piling up, drawing attention where they ought not to be. But if I take the factory, I don't need Clive to dispense of my messes. Can appoint someone to handle it myself. Убеждение. Кто будет лучшим чистильщиком, чем Клайв? Идиоты и субсветутели вообще этого не понимают. Point taken. Good help is hard to come by. Plus, Clive doesn't seem the type to upchuck his borst during dismemberment. Still, you're asking me to walk away from easy money. Управлять фабрикой – тяжелый труд. So are a lot of things in life. And your point is... Клайв предлагает долю в доходах и бесплатное уничтожение тела каждый вторник в 3 часа. Color me convinced. Ну. Reckon I owe you a finder's fee. Don't spend it all in one place. Unless it's here. Так, это, видите, задание провалено убить Кэтрин. Ну, мне кажется, они... Те я бы Клайва убил, честно говоря. Но тут пока... Так, один из ваших доставщиков субсветутиль прятался в пещере. I presume you mean Arthur. The one you sent scurrying back like a sprat with his tail cut off. Reckon I'm happy he's alive. I'd be happier if the marauders who botched my drop were dead. Так, пока все. Какие у нас тут... Ну... Продолжение прохождения уже, наверное, в следующей серии. Будем посмотреть, какие там еще у нас квесты есть. Спасибо, что смотрите. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!